Я, блядь, он не даже... пробить, нихуя еще не успел, блядь. Чё за хуйня? Алло. А три где? А, я маску не надел, блядь. Я написал стоп. Что за хуйня? Лё, блядь. Ой, у меня что-то фризы пошли. Посмотри, где они? Они вообще вон откуда начнут, они уже сверху. ЛОЛ! Начинают. Что, блядь? Ну, сука, Новиков еблан. Ну, тогда начинаем игру, хули. Чё он пишет? Встали они. Ага, 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 смотри! Я, блядь, сразу вот сюда встаю, заебись, блядь. Давай сразу, а мы тоже встали, блядь. Встали они. Ну, а хули нет, блядь. Все, мы тоже встали, блядь. Залазь сейчас сюда. Я подожди, хилку эту. Мы встали, хули нет. Пробить еще надо, все. Ну я пробил уже. Пробивайте быстрее. Все. Ну, вас пробил, не забывайте делать. Момента именно. Ой, не делать. А стоим, хули, блядь. Ну залезь сюда. Да боже. Что за... А ты можешь отодвинуться, Маш, что он не может залезть? Все, стоим, хули, начинай. Давай, пиши, начинай. Говорит, стой. О, она не спускается. Чё, благоразумие? Спуститесь оттуда, спуститесь, они палят позиционку вашу. Ну вот пиздец, пришел, спалил. Чё это за хуйня, блядь? Они охуели, что ли? И чё это, блядь, было? Он долбоёб или чё? Короче, я понял, это минус маска. Ну, у меня три, блин. Я тоже три, но все равно. Сука, куда они? Это... Посмотри, где... Гоуфнемся просто, и все, и пошли не в жопу. Может, пошли сразу наверх, залезем тогда. Вообще похуй, блядь, начало стрелы уже было, 3-2-1 там. Хуй. Нет, 3-3 не было, было 1-2. И смотри, блядь, откуда они начинают. Я и вижу. Что это, блядь? Ну так-то, ебать, неплохо, но мне тоже нравится, блядь. Охуенный стрел нашел, и я это на канал залью по-любому. Я теперь понял, про что тут говорил этот Ангел Касада в своем ролике, когда типа вся правда о шоколаде. Я ну, нормальный сервер, хули, много онлайна там, админы активные, а хуй там. Овощи от них. Не, ладно, блять, ну. Просто мы уже выше поднялись, потому что они выше поднялись. У нас вот стартовая, вот она, блять, на этом изломе. Ебаном. Вот у нас стартовая. От нее, блять, и до скалы бежать, и до подъема, блять, одинаково. Они, блять, где? Вон на два уровня выше, что это, блять, за пиздец? Не, подожди, а почему мы тогда. А, ну, да, они стартуют с кучи вон той. С вон той кучи. Да, я вижу. Ну им тоже там одинаково туда-туда бежать. В принципе, на равных. Блять, играть так нахуй. Проведем, да, напишем. Давайте. Ну это, блять, в натуре просто преимущество охуенное, как бы. Блять, вон ну, откуда да. Стартуют. Что это, блять? Они реально просто на уровень повыше. На два! Вот это первый, это блядь, двое, но. Их нету, первый уровень, еще им за крана оббежать. Интересно. Может стрела начнется офнуться, блядь? Да не надо, чё гонишь. Столько ждали. А их двое, я не пойму, блядь. Да потому что Новиков немножко дебил, блядь. Он говорит, я не знаю, где я должен стоять, начинаю. Блядь. Я ничего не пробивал еще даже. Я пробил, у меня фрапс цельный. А, ну началась. Ну давай, похуй, блядь. Я в конце пробью. Вообще похуй. Не забудь. Я может обрежу, блядь, и вообще ничего пробивать не буду. Ребята, это что? Это кто поднимается? Это кто, блядь? Беги, охуенно, блядь. Беги, беги, за мной, беги. Да бегу я.
спустя столько времени они вот додумались кикнуть. Вон, 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 я их вижу. Вон. Стреляй. Настрели. Надо наверх. Наверх поднимемся. Как надо, как забраться, показывай. Вот здесь. Ага. Пусть он прыгает пока что. Все, я залез. Мне за тобой, да, бежать? Че, нету никого за забором? Ну, нет, вроде никого. Чуть позже. Сбегите за мной. Откуда у тебя минус хп уже? 10-20. Он не выдал даже. Ну, он хп не выдал. Смотри, там уже буст стоит чей-то. Охуеть. Заебись, стрелы, блять, катаем. Они еще не обижали, поэтому... Че, мы тут будем их все ждать или как будем? Думаю, да, на куче. А мне просто, блять, впадло играть. Че это за хуйня? Сейчас я прицеливанием гляну, окей, не там. Но я их не вижу. Слушай. Они вон, они бегут сюда, они бегут да, сюда. Да, прячься за кучей прячься, блядь. Сейчас давай мы будем настреливать. За кучей прячься. Спрятался. Они спалили, походу. Один развернулся, они обратно бежит. Вдвоем бегут. Давай втроём я бегут. Это низину дефую. Пацаны, прикрывайте. Не достаю. Я в канаве. Я, по-моему, дал одному. Ай, блядь. Мне 2000. Дают? Да. А ты где? Вы вкроете? Я в канаве, блядь, ебланы. У меня сверху. Это куча. Да. Может, я чуть вперед подбегу? Они пропали с этого. Они отбежали. Ну. Ну, блядь, заебись. Я ебал такую играть, это просто дерьмо. Это, блядь, снова переигрыш. Переигровка. То есть понабирали админов, долбоёбов. Вообще, блядь, на два уровня, блядь. Зачем? Стартная позиция, где? Я не знаю, где, блядь. Давай я спину буду прикрывать. Если что скажу. Смотри, может побегут сюда. Блядь, я вот реально офнуться хочу. Чё за, блядь, не знающие админы проводят, блядь. Ну так ты спроси, не знаешь, как проводить. Где стартовые ребята, блядь? Тебе подскажут. Я сейчас офнуться хочу, блядь. Почему некроды такие, блядь? Середина карьера. Вообще нафиг эту, блин, местность играть? Потому что тут вообще рядом. Не, дорога. Местность нормальная. Почему, блядь, стартовые не соблюдены, блядь? Ладно бы с кучи начали или со столба. Я понимаю это, блядь. Они с середины начали. Они весь карьер, что ли? Думают, и сейчас они сидят за этой кучей ебаной, блядь. За какой? Ну вы типа ко мне бы, блядь, да. Подошли там, нахуй, не дрочили на этих кучах, не? Ну мы около тебя стоим, ну сверху, вот. Но я нам я типа рашить надо, блядь. Ну хуй мы зарашим. А где они стоят-то? На разрыве. Не беги туда. Вон они, я их вижу, я вижу. На разрыве. Но они за кучей там сидят. За дефим. Я дал. Я вижу. Я дал одному рифлу по голове. Их двое там. Значит, один оббегает в спину. Он снизу может быть. Еще вижу голову одного. Че, мне к тебе бежать? Нет, просто стой там и контроль. Вон, вдали они все есть. Все должны быть там. Слышишь, вот кто в не внизу там стоит, а вот второй чел в скине таком же лысом. Ну, я. Вот, короче, один там вот. Слева от тебя. Одного. Нет, вот двое за кучей за это стоят, а один слева от тебя, понял? В смысле? Он уже где-то возле меня? Он не около тебя, он далеко очень. Ну и там двое за кучей сидят или один? Двое за кучей, а вот один около этого. Середина карьеры, блядь, стартовали. Не, пацаны, блядь, давайте офнимся нахуй. Да нет. Да, Миш, долговонись уже, заебал, все равно Паша... Они уходят, слышишь, убегают. Они отходят. Или прыгают сюда. Возвращаются обратно, возвращаются. Они втроем бегут. Втроем за кучей сидят. Просто ну, да. Преимущество, блядь, не слышал нахуй.
А рифла отсюда не достает. Достреливай, достреливай, достает, достает. Да, не дали. Не знаю, я, наверное, в спину, блядь, им побегу или чё. Так ты, вы отойдите, блядь, ёб твою мать. Я бегать если буду. Если он начнёт охаить, ему настреляют, понимаешь? Или они чё? Они сейчас втроём там сидят. Один около края там стоит. Вот обрыв вот этого. Он назад побежал. Они вдвоем там бегают, края чекают. У меня маска сидит. Можно новую маску? Ой, да? Блядь, да, я хилкую занул, ёб твою мать. Пиздец ты гонишь. Да, да ему все равно ничего не снесли. Не, мне два раза попали, я просто бинды перепутал, блядь. Короче, ну, один... Ну двое за кучей сидят, один сейчас возвращается обратно. Я просто бинды перепутал. Блядь, я выкладывать это даже дерьмо не буду. Блять, Миш, тебе впадло было написать вручную? Да. Пиздец. Это не стрела, блять, это какая-то хуйня, блять. Они убежали, слышите? Меня сейчас побегли. Они за забор, что ли? Нифига он настреливает. О, у меня фрапс выключился, я заново включил. У меня зависло там. Ебать, вы гоните, стрела охуенная просто. Один хил, другой вообще фрапс выключил. Не-не, я не включал, у меня зависло, что-то заново включилось. Нормально. Третий вообще пускай тебя крашнет, может. Это не стрела, блять. Это просто нахуй, на отъебись. Они вдвоем за кучей стоят, один, вероятно, пошел оббегать. Я стою у входа вообще в карьеру слева. Да я понял. Но я говорю, что один пошел оббегать, я отбегаю, короче, назад. Буду там сидеть. А чё меня вот не заварнили, допустим, да, блядь? Чё за хуйня? Я хилку юзанул, меня не заварнили. Сбей ещё. Ну, типа так не должно быть, ёпта. Машины не скарнуты, ничего не сделано. Может, в аниме один потанцуем? Мы рашить так-то должны. Может, блять, вообще нахуй по приколу через забор перепрыгнуть, блять, и обойти их в спину? Ну и вас заварнят просто, и все. Лёше привет ебут, вам это надо? Уфайтесь нахуй туда вообще, если кухню творить. Если Леон Новиков... Просто если мы все офаемся, это, блять... Отказ. Это, блядь, мы предъявляем то, что стрела неправильно, блядь, шла. Мы вот сейчас играем, блядь, мы типа на правила соглашаемся. Я говорю, вы согласны, блядь, что они типа нахуй раньше так запрыгнули, блядь, с пол карьера начали? Я нет. Я уфаемся все, блядь, оставим точку же. Типа свою и все. Да, я же могу. Я же могу на вот этот кран вот около моей кучи запрыгнуть. Ну, по идее, это не запрещено или запрещено? Да нет. Да можешь запрыгнуть. Не, я чисто не могу запрыгнуть. Теоретически. Там ты можешь багом сдохнуть, не надо. Ну что делать? Пацаны, я в спине у них. Можете там поджимать чуть-чуть. А они сидят, контролят. Зайти. Не, я понимаю, но нам типа рашить надо. Я понимаю. Из. Да. Уфайтесь все вместе тогда. Ну хуйня это все, это чё толку? Ты аптечку юзанул, того, блядь, фрамс отключились. Этот дебил Новиков вообще поставил стартовую. Стрела хорошая, блядь, с половины карьеры начали. Я к тебе вниз пошел. Пацаны, я сейчас отписываю Новикову и офаюсь, блядь. Скриньте.